Теперь заседания Высшего совета при губернаторе Московской области будут проводиться чаще. Главная цель таких встреч – определить, что необходимо сделать в ближайшей перспективе. На одном из заседаний Андрей Воробьев, временно исполняющий обязанности губернатора Московской области, обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость консолидации усилий для достижения наилучших результатов. 2 марта в Доме правительства Московской области состоялось совместное заседание Высшего совета при губернаторе Московской области с докладом об основных приоритетах развития Подмосковья в муниципальных образованиях выступил временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев. Глава региона уточнил важные задачи на ближайший период в различных сферах экономики, здравоохранения, образования и культуры. И сделал акцент на том, что добиться эффективных результатов возможно только совместными усилиями, изменяя показатели каждого региона. Из первых итогов своего руководства областью Андрей Воробьев отметил следующее. Составлена адресная программа по строительству детских садов. Подготовлена программа строительства спортивных сооружений. Снято острое напряжение в сфере обеспечения жителей области лекарствами. В числе приоритетных задач глава Подмосковья отметил как краткосрочные, сезонные, так и долгосрочные. Первое – это чистота, уборка улиц. Первое – это не значит самое главное, я назову три. Они все три очень важны. Второе – это работа управляющих компаний и система ЖКХ как таковая. Очень сложная, важная проблема. Третья тема, которая беспокоит очень многих, это указ президента и требования многодетных семей о предоставлении земельных участков. У нас 10 тысяч семей справедливо претендуют на земельные участки. Это указ президента, не обсуждается. В пленарном заседании принял участие и глава Ленинского района Сергей Кошман. Есть хорошая, ясная, точная перспектива. Она уже выработана областным правительством под руководством нашего губернатора. И мы видим и цели, и задачи, и самое главное – пути их реализации. После основного заседания главы муниципалитетов разошлись для работы по секциям. Глава Ленинского района, приняв участие в секции «Приоритеты финансово-экономической политики Московской области», выделил главное. Конечно, мобилизация доходов, конечно, трехлетний перспективный бюджет Московской области, а значит, ясность не на год, а сразу на приличный такой период времени у нас у всех появится. И мы видим пути развития наших экономических процессов, чувствуем их, эти импульсы жизни, а значит, все будет благополучно. Лариса Вольнова и я, Наталья Буслаева, Видное ТВ.